Здорово, народ! У микрофона снова Лёха. Сегодня мы поиграем в блокпост и поговорим о расходниках. В игре есть три типа расходников. Аптечка, граната и патроны. Так, сюда иди. Опа, в спину валит. Вот, поранил он меня, я откидываю аптечку. И она меня чуть-чуть лечит. По идее, до полного восстановления. Да, я полностью восстановился, и она исчезает. Теперь уже благодаря этим расходкам в игре идет четкое разделение игроков на три класса. На медиков, штурмовиков и игроков поддержки, которые могут давать патроны. Ой-ой-ой, поранил меня. Не, ну с аптечкой можно играть, в принципе, очень долго. Если бы я сейчас нашел себе укрытие, мог бы еще выжить. Вот у нас... граната. Сейчас она восстановится. И можно будет показать, как она работает. Хотя большинство игроков уже видели гранату. Ну, ничего, покажу еще раз. Так. И граната пошла. Давай, давай, гранату. Гранату кинь. Да, блин. Кинь гранату. Давай, оп. Да и что о ней много так рассказывать? Все знают, как работает граната. Отрывает руки, ноги, голову и все остальное. Теперь я могу откидывать себе патроны. Так, вот, пострелял. Иди сюда. Ну, выйди. Зараза. Не хочет выходить. Так, вот, все, я пострелял, потратил патроны. Откидываю. И она восстанавливает мне патроны до предела, до конца. И исчезает потом. Ну что ж, на этом вроде как все. Все показал, все рассказал. Всем до встречи в следующих видео. Удачи, пока.